В Волгограде завершается первый этап строительных работ на месте будущего храма Александра Невского. На площади павших борцов его воссоздадут по образцу собора, разрушенного в 1932 году. С момента закладки первого камня прошло уже более полугода. Завершено строительство железобетонных стен и колонн подвала. Рабочие приступают к возведению стен самого храма. В среднем в день на строительной площадке задействовано более 50 человек. Материалы в основном российского производства. Кирпич, каменные блоки привезены с Волгоградского и Астраханского заводов. По проекту завершить строительство храма планируют за 4 года, но работы идут с опережением графика. Кстати, у жителей Волгограда есть возможность наблюдать за всеми этапами при помощи онлайн-трансляции. Сейчас выходим на перекрытие подвала, ну и дальше уже кирпичная кладка. Материалов очень много сюда уходит, и монолитные железобетонные арматуры, и блоки, как уже было сказано, частично материалы эти на пожертвования строителей Волгоградской области. Так что потихонечку, но помогают, и дело движется.